Накануне годовщины свадьбы Даша оставляет на попечение мужа четверых дочерей и отправляется в парикмахерскую. Но оттуда уже не приходит. Семья получает прощальный смс, которым Даша сообщает, что не вернется. С тех пор веник воспитывает дочка, полагаясь на помощь тетушек, бабушек и дедушек. Но мать никто не заменит, а значит, необходимо ее вернуть. Веник пытается вжиться в роль отца, но не способен даже приготовить яичницу. Что же ждет семью в будущем? Популярность, которую приобрел спин-офф «Папины дочки». Новый заставляет создателей задумываться о развитии сюжета, а после того, как во втором сезоне в сериал ввели Дашу и Полежайкина, интерес зрителей растет с каждым сезоном. Известно, что осенью 2024 во время выхода третьего сезона начались съемки четвертого. Что ж, будем надеяться, что сериал еще долго будет радовать зрителей канала СТС. По предварительной информации, продолжение комедийного сериала «Папины дочки новые», четвертый сезон, появится весной 2025 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.